Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником. В своем письме глава государства поблагодарил их за нелегкий труд и отметил, что они с честью выполняют свои обязанности. В Казахстане делается все для повышения статуса и репутации медицинских специалистов. Особое внимание государство всегда уделяет сфере здравоохранения, строительство множества современных очистных сооружений, увеличение количества грантов, выделяемых на подготовку квалифицированных специалистов, оказание социальной поддержки работникам этой сферы – яркое тому подтверждение. В конечном итоге все это способствует формированию здорового общества.